Проверка кислорода, сдача крови и исследование сосудов. В Самаре стартовала расширенная диспансеризация для переболевших коронавирусом. Пройдет обследование в два этапа. Только в первой поликлинике промышленного района ждут 4000 человек. В первый этап углубленной диспансеризации входит общий анализ крови, биохимический анализ крови, проведение спирометрии, рентгенографии органов грудной клетки, определение уровня дедимера крови, тест 6-минутной ходьбой и консультация врача-терапевта. С момента выздоровления должно пройти 3 месяца. Медики сами обзванивают и приглашают на диспансеризацию. Можно прийти и самому. Переболела я год назад. Узнала о диспансеризации, мне позвонили с поликлиники, пригласили. Очень удобно. В одном месте. Все проверили, все рассказали, всю информацию. По результатам обследования первого этапа диспансеризации при необходимости пациента направляют на второй этап. Сюда относятся эхокардиография, КТ легких и доплеровское исследование сосудов нижних конечностей. Если в итоге медики выявят хроническое заболевание или риск его развития, будет назначено лечение и реабилитация. Все обследования в рамках диспансеризации, в том числе и для переболевших COVID-19, будут бесплатными. Их покроет полис ОМС. Ольга Хамракулова, Николай Сидоров. События.